Попробуем купить, наконец-таки, в дельфинарии билеты. Мы 2 года собираемся туда попасть. Не хочу дельфинарий. Здравствуйте, приехали. Нет, там круто все. Там пингвинарий. Там еще есть пингвинарий. Там пингвиненок Пороро, скорее всего. Дельфины будут выступать, прыгать. Можно будет его погладить, сфотографироваться. Ой. Приобрести, наверное, билеты в дельфинарий и уже обедать надо. Вот, хочется. Мне, кстати, вчера вечером очень понравилось. Дороговато, конечно, но там за те блюда, которые Тёма не ел, в основном его вообще можно не кормить. Да, Тёмка, ты же есть не хочешь? Мы мороженое купим уже. Мы едим в автокафе. В автокафе, да. Да. А что вы думаете, так легко поесть? Короче, мы просто опаздываем в дельфинарий. Чтобы поесть в кафе, это нужно потратить час как минимум, у нас его нет. И мы решили перекусить на ходу. Кстати, не все знают, что такое гира. Или гирос, как правильно. Гирос? Я, кстати, в Москве такого не встречал. А почему ты решил, что не все знают? Ну, потому что я, допустим, только вот на юге узнал, что такое, я до этого это не ел. Ну, кстати, на морях был гирос, да. Ну, да, реально, в основном встречается здесь. Ну, вот, допустим, в Москве фастфудов такого я не видел. Хотя, может быть, сейчас есть, но здесь, на юге, везде, и на фудкортах, и просто так вот на улицах заведения гира, там, шаурма, шаверма. Короче, это большая шаурма. Лепешки. Ну, в лепешке лепешка такая жирная, да, она или какая? Не тонкие, а ну, такая лаваш толстый. Как пита, что ли, только толще, да, или. Mm-hmm. Ну, это какое-то греческое блюдо, насколько я понимаю, да? Ну, тогда потому что все тут пишут название на этих гиросах в греческом стиле. Короче, в нем картошка, салат, ну, в смысле, там огурцы, помидоры свежие, потом. Мясо какое-то, либо куриное, либо свиное, там на выбор. Китайская капуста. Mm-hmm. Все это в майонезе или в чем-то, я не знаю. Ну, короче, не знаю. Соус и майонез, да? В принципе, вкусно. Вредно, но вкусно. Mm-hmm. И получается, ну, как комплексный обед. Ну, да, ну мясо, салат, картошка. Ну, то же самое можно на тарелке разложить или завернуть в лепешку. Для удобства. Ну, кстати, удобным я бы не назвала, да? Неудобно. Она абсолютно неудобна ее жрать. Но. Есть тем более. Да. Роллы вот тут пытались взять. 40 минут ждать. Ну, наверное, время обеда, что ли. Потому что все заняты, а эти еле выпросила. Поедим и поедем. Поедим и поедем. Мы добрались до дельфинария. Идем смотреть представление в дельфинове, да, Тёма? Давай, как. Ура! Тёма последний раз был, когда был как Даринка в возрасте. А теперь Даринка пойдет смотреть. Я вот смотрю, у акулы кариес. Зуба нет. Мы идем с дельфинами знакомиться. Они такие потрясающие. Да. Потрясающие. Пойдем. Проходи. Наши 5 секунд.
Да. Мы после представления. Ну, наверное, расслабляться. Посмотришь на них? Ну, да. Вот мы устроились, тут, правда, конечно, детям до 5 бесплатно, но забыли уточнить, что и без детства. Ну, на ручках. Поэтому на коленках. Мы, Каринка, приготовилась уже смотреть. Мы пока фотографируются. И продают диски, говорят, чтобы ничего не снимали, а лучше купить диск за 250 рублей. Ну, как покупают. Вот это... Я тебе, блин, Thank you.
немного макушка, Ричка будет забирать, осталось лишь из блиндера. Круто, правда? Присущие все человеческие чувства. Да. А мы пойдем на сцену. На сцену, конечно, пойдем фотографироваться. Да, подходим, пожалуйста. Возьмите наш фотоаппарат, 750 ваших. Мы на наш или на их? Фотоаппарат 750 ваших. 800 и 750. Да? Ну, давай на их. А как вы фотографию даете? Собираем где-то через 30 минут на сувенирной лавке. На ладно, давай на телефон. А да, ты ему не терпится потрогать. Конечно, не терпится. Ой, Артём! На корточке, с одной стороны присел. Я говорю, я понял, почему сложно, говорят люди, отдыхать с детьми. Одному сложно отдыхать, сам самому собой. Ну, пока себя вытащишь оттуда, принесешь сюда, посадишь машину. Это хорошо, если посадишь машину, а то, прикиньте, еще такси ловить там, или маршрутку какую. Там вот есть остановка, люди стоят. Я не представляю. Не в детях дело? Абсолютно не в детях. У меня подружка жить там. Говорит, как собираются, они собираются уже третий час, помнишь, у нас одеваются на выход. Говорит, ну ладно, когда я дома с детьми, я, говорит, все время думаю, что я не могу быстро собраться из-за детей. Оказывается, все не так. Надо много списывать на детей. Да, дело вовсе не в детях. Да. Я до сих пор плачу, или у меня аллергия уже, я не знаю, у меня на дельфинов какая-то реакция, но это... Не знаю, почему это так вот трогательно. Слушай, ну это трогательно, действительно, очень. Оно видно, ощущается, что у них взаимоотношения с людьми. Как можно научить его вот это вот прыгать тогда, когда она подняла вот так руку? Слушай, ну научить это одно, и медведи ездят в цирке на велосипеде, как бы, да? Ну да, но все равно это...